Организовала ее студия творческих идей города Сочи. Некоторые из поделок, которые представили мастера, уже знакомы многим сочинцам. Изделия ручной работы умельцы выставляют не первый раз. Каждый из предметов уникален. Ну, уникальность в том, что это всегда в единственном экземпляре. Даже мастер, пытаясь повториться, у него никогда то же самое не получится. То есть это будет в единственном экземпляре, и плюс человек вкладывает свою душу. В эти выходные на том же самом месте выставка откроется снова. Для покупателей народные умельцы представят свои работы в разных техниках – декупаж и резьба по дереву, декоративные имбирные пряники и даже мыло.